Во-первых, я понял, что бизнес – это не история одного человека, а история команды. Это самое важное, что я понял за процесс обучения. Во-вторых, я больше научился понимать людей, принимать их такими, какие они есть. Теперь я этапы развития и создания проекта понимаю. Считаем проходимость помещений и оцениваем потенциал конкретной точки торговой. Предприниматель, когда он открывает точку, он не понимает, где ему открыться, или там, он хочет сравнить там, одну или другую какую-то локацию. Вот мы ему помогаем это сделать разными способами. Немаловажно знать, что Статпад возник тогда, когда я учился в капитанах, да, на первом курсе моего обучения в магистратуре. Они мне дали знания, которые позволяют мне очень быстро запускать бизнес. Капитанов, у меня были уже какие-то проекты, которые там я начинал, заканчивал, они были успешные, какие-то были неуспешные и так далее. И мне всегда казалось, что мои успехи хаотичны, то есть я не понимал, как условно найти идею, как ее там развить, как выяснить спрос на эту идею. Шел в капитаны и на бизнес-обучение именно для этого. Для того, чтобы я понимал, что я этих успехов достиг, они возникли, они как бы хаотично. В какой-то мере капитаны дали мне это, и теперь я этапы развития и создания проекта понимаю, что, собственно, и послужило такому интенсивному, быстрому развитию Статпада, когда созрела эта идея. Три совета молодому предпринимателю. Читать много книг, находиться в том сообществе, которое идет вместе с тобой к тем целям, которые тебе интересны, и не слушать тех, кто не является твоим кумиром, и тех, кто не стоит на несколько ступеней выше той лестницы, по которой ты идешь.